увидели. Сегодня мы высадили аллею возле Борисовского кладбища. Она давно была в проекте. Сейчас мы собрались силами и высадили эту аллею. По всему городу сегодня проходят мероприятия. Я думаю, что в первую очередь мы должны научиться ценить то, что мы создаем своими руками, что создают для нас рабочие, строители, озеленители, дворники. Больше будем ценить их труд. И благодаря этому наши города, поселки будут становиться все лучше и лучше. Сегодня аппарат городского совета, депутаты, те, которые не работают непосредственно сейчас на своих округах, вместе с государственной администрацией принимают участие в общереспубликанском субботнике. Это санитарная зона, здесь была высадка деревьев, но, к сожалению, не 100% приживаемость, плюс грызуны погрызли немножко стволовых деревьев. И необходимо сделать соответствующую посадку деревьев, что мы сейчас и делаем. Совместно было же принято решение об организации нового кладбища. Здесь было приостановлено захоронение и решили вот эту санитарную зону именно засадить деревьями. Я считаю, достаточно правильное решение. На субботники мы ходим каждый раз, когда они организуются. Субботники проводим во дворах дома, пока дети были маленькие в детских садиках, в школах. Сейчас здесь высажены орехи, дубы, клены. Ясени, каштаны. Тяжело было? Ну, физически немножко, а так вполне доступно каждому высадить по дереву хоть раз в жизни в году. Субботники мы постоянно проводим. Каждый год наш коллектив обязательно выезжает к теремку. Мы всегда там белим. Конечно, деревья – это впервые такой большой объем. Поэтому, надеюсь, все у нас получится. Последний раз я держал лопату, когда мы в крепости высаживали деревья. Здесь высажены клены, каштаны, ясени и орехи. Закуплены они у нас в ботсаду, в Каменском питомнике и в Республиканском научно-исследовательском институте. Будем ухаживать за ними, поливать, будем стараться, чтобы большинство из них прижилось. Сегодня здесь на мемориале, где захоронены защитники Приднестровья, ветераны Великой Отечественной войны и другие граждане, отдавшие долг республике, проходит субботник. То есть высаживались деревья, здесь собрались и Союз защитников Приднестровья города Бендеры, также участники боевых действий, боевые братья, воины-афганцы, Черноморское войско казачье, и все участвовали в посадке деревьев, уборке могил защитников Приднестровья. Спасибо.